Там кричал кто-то так жутко. Ну, может, кто на кухне кипящим маслом обжегся? Не-не, звук такой глухой был, как из подвала. Ты пришла димсамы есть или страшилки рассказывать? Эй, все в порядке? Полюбуйся, Ви, это твое будущее. Итог любого нетранера. Корпоративный лед, выжженные мозги. Финита. Он вроде еще дышит. Пара секунд. Погоди, я не... Проснись. Дай мне минутку. Не знаю, давно ли я тут, но, как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Тебе повезло. Тут наверху ресторан. Да знаю я. Эти запахи. Просто пытка. Так ты был в сознании? Частично. Скорее, в глубокой гипернации. Я тут заглянул в твои сообщения. Похоже, Спектрал Кит был прав. Ну, короче, я все-таки застрял. А он ведь, если узнает, просто плешь мне проезд. Ты поэтому не стал просить его о помощи? Самолюбие не позволило. При чем тут самолюбие? Я застрял в подсети, только до лампочек и смог дотянуться. Что корпораты прячут в этом ящике? Хочешь проверить? Вы, молодые, много вопросов задаете. Ха, пожалуй, лезть в него и правда не стоит. А ты быстро учишься. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю.